2050 год. Климат на Земле начинает меняться. Погодные катаклизмы следуют один за другим. Торнадо разрушает города и лишает жизни людей. Меня зовут Том. В старом мире я частный детектив, но в новом я обычный странник, который скитается от дома к дому в поисках еды и ночлега. Недавно я набрел на заброшенный блокпост военных и нашел там карту, на которой отмечен некий бункер выживших под кодовым названием Д-7. С каждым днем становится холоднее, и единственная надежда выжить — это бункер. Ничего не остается, как направиться туда. Так, нужно найти место, где я смогу немного отдохнуть и согреться, чтобы продолжить свой путь. Отлично. Теперь я еще и промок до нитки. И если я буду долго находиться на улице, я могу замерзнуть. Похоже, эта рыба сгнила. Ну и запах. Пустые клетки для лобстеров. Ничего интересного. О, судя по всему, здесь водится крупная рыба. С удовольствием бы порыбачил. Похоже, эта рыба сгнила. Ну и запах. Я не смогу здесь спать.
палатке ничего нет. Здесь больше делать нечего. Нужно идти дальше. Не открывается. Похоже, замок заржавел. Дверь сломана. Не открыть. Похоже, никого нет дома. Сколько же здесь всякого барахла, а полезного ничего нет. Какого черта? Где я?
что, ничего интересного сегодня не покажут? Кухня выглядит ужасно. Даже не хочу знать, что там. Дверь заперта на ключ. Мне ее не открыть. Кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит? Севшие батарейки. Зачем они мне?
ненавижу пауков. Нужны неприятности. Я всего лишь хочу узнать, где я нахожусь.
Похоже, я слишком долго спал. Нужно как можно скорее вернуться к лодке. Самолет не похож на военный. Судя по звуку, он упал где-то неподалеку. Девчонки, которую застрелили. Дело было закрыто за недостаточностью улик. Подозреваемый есть, но у него железное алиби. Да? Попробуй докажи это и отцу. Сегодня утром соседи нашего подозреваемого вызвали полицию. Увидели, чтобы его дом хотел влезть отец этой девочки, и при нем нашли пистолет. Фух, даже не могу представить, каково ему сейчас. Ладно, Томас, забей. Пойдем лучше перекусим. Хорошо, что я не остался спать в этом сарае. Похоже, в самолете никого нет. Проверять я не буду.